Что, мы заходим? Он закупоренный? Конечно, конечно. А понюхать-то что, можно? Нет. Ты за то, что напрямую идешь, что ли? Во-первых, напрямую нет акциза, нет. Там сырье и все идет. А в бутылках ты не продаешь? Да мы как не продаем, мы чисто для себя берем. Он объяснил, что у него осталась только 5-литровая бутылка рома, пластиковая. Тоже якобы известной марки и якобы напрямую с завода-изготовителя под Санкт-Петербургом.